Было? Не было. Было? Не было. Все, я готов. Короче, будьте максимально расслаблены и на веселе. Так, Юра может обделаться, если максимально расслаблены. Всем привет! Привет! Ну не настолько на веселе, но хорошо. Максимально расслаблено. Все, хорошо. Меня зовут Аня Гресь, это мой канал на ютубе, как вы знаете. И я продолжаю рубрику «Было-не было» с актерами студии «Мама хохотала». Сегодня у меня в гостях Юрий Громовой. Это я. Я выбачаюсь. Вот, а также в гостях Иван Милошенко. Привет! Алло, Вадик. Нужно встретить человечка. Суть такова. Я буду задавать ребятам вопросы, которые они не знают еще пока, а они будут поднимать таблички на них. Было? Ну, в принципе, чуть не было. Было? Или не было? Не было. В зависимости от того, было у них это или не было. Если не хочу отвечать, желтая карточка. Да. Если не смешно, шутит Юрий Иванович, то не останавливайте, досмотрите до конца. Жаль тебя. Первый вопрос. Давай. Хотела ли ты родиться девочкой? Ну, были у тебя такие мысли, чтобы родиться девочкой? Сейчас, блин, а если я лоханулся? Не Нет, было. Нет, я не лоханулся. А у тебя? Было! Конечно, было! Юрка. Ну, конечно, у каждого пацана, наверное, есть мечта, чтобы... Юра, если бы ты родился девочкой, то ты бы вот это сразу начал бы. Ну, конечно. Понятно, а потом Таня лучше все-таки мужиком. Ну, конечно, я думаю, у каждого человека была такая мысль в голове, чтобы, интересно, друзья, противоположным полом быть. Давайте все-таки порадуемся, Юрий Иванович сделал камин-аут сегодня. Да, пошел в тренде. Красил волосы. Красил волосы. Не было. Было! Что было? А в какой цвет и что тебя на это сподвигло? Был один раз, когда я в сиреневый покрасил, но покрасил не то, чтобы краской настоящей, а просто там такая тушь была, и я покрасил волосы в сиреневый. То есть я никогда не относился. Возвращаемся к камин-ауту, да? Да. Носила ли ты стринги? Было! Нежданчик. Ну, мы же... Подожди. Не было. Ваня. Ну мы же актеры, ну иногда надо для сценария там. Для какого сценария? Подожди, играю. Для какого сценария? А вы не все знаете. Вы не во всех фильмах снимались, где я играл. И что там был за момент такой? Это было еще в КВН. Надо было выступить так. Была эпоха твоей? Ну да. Почему именно твоей? Там проходил какой-то кастинг? Потому что у меня очень красивая эпоха. Так, кстати, Юра и Ваня, Юра, блин, давай, Ваня и Юра. Сережа и Наташа, ой, подождите. Степан Абрамович и Вячеслав Геннадьевич. Я запутался, а если бы у тебя было две таблички, было и не было, как бы ты их показывала. Юра и Ваня, это папочки нашей студии, у них есть детки. Кстати, очень многие люди почему-то думают, что ты не женатый. А, ну у меня есть дети. Ну, объективно, как бы, ну... Бомба, да. Так, сложно поверить, что ты женат, Юра. Ты такой отрывной. Так. У Юры есть и жена, и у Вани есть жена, и детки. Да. Детка, ну, одна детка. У нас разные жены. Да, и дети разные. Разные Нет. дети. Поэтому вопрос. Прикидывался ли ты спящим, когда плакал ребенок ночью? Прости. Не было? Нет. А ты было? Есть или просто... он врет, или... Нет, есть момент... Нет, не прикидывался. Спящим не прикидывался. Но то, что... Нет. Юр, ну морозился. Ну, скажем так, отлынивал от того, что нужно сделать. Ага. То да, то есть, типа, ситуация следующая, когда тебе говорят, надо посмотреть за сыном, а ты говоришь, мне надо в стене гвоздь забить. Идешь просто и бьешь гвоздь в бетонную стену. А вот реально работает такая тупая отмазка, да? Мне в стене надо забить гвоздь. Пробовал ли ты грудное молоко? Блин. Не было? А ты? А ты, походу, было уже поднимаешь. Не было? Да ну ты ломаешься, ты пробовал. Ну надавите на меня еще, да давай. Да давай, поднимай, было. По глазам же видно, что ты пробовал молоко. Просто молоко плещется. А, просто это очень компрометирующий вопрос. Оно может быть в бутылочке, и ты там, условно, она не льется, и ты там решил как-то проверить, льется, не льется вообще ребенок. Может пить. И случайно чуть-чуть попробовать. Это случайность. То есть все-таки у тебя было, да? Ну случайно. И какое? Ну такое. Где-то градусов 7 жидкости, я думаю. Пряжная, пила как-то? В кофе пойдет, да?
Когда из одной груди кофе, а из другой молоко. Ты прям чашку подставляешь. И малому капучино, пожалуйста. Учил сына показывать дулю. У них обоих сыновья. Ну ты тут просто не разбираешься. Ты не разбираешься, что это рано просто. Да, чуть-чуть бы позже, возможно, это было бы. Хорошо, еще будет, значит, дубль 2. То есть это будет? У тебя есть табличка «Будет»? Будет, будет. Передаривал ли ты кому-то подарки? Было? Я тебе конечно. Мне когда-то на свадьбу подарили нифига. Я потом передарил это нифига, тоже на одну свадьбу ходил. Вот. Кстати, Грейс, это не твой пустой конверт? Чей пустой конверт ты мне подарил? А у тебя что? Что я передаривал? Очень многие игрушки, которые дарят сейчас моему сыну, просто идут так, так, это есть, следующий, это этим он играться не будет, следующий, о, этим буду играться я, и тому подобное. Дети тоже детям какие-то. Ну, понятное или дело, на перспективу, миграция игрушек в природе. Юра, то есть мы правильно поняли, что у тебя есть еще другие дети? Конечно, ты им передариваешь от своего основного сына, второстепенным. Вань, ну ты ж. Где? Жена будет смотреть? Ну, конечно, Марина, все нормально, это шутки, Марина, переживай. Возвращал ли ты вещи в магазин после того, как носил их? Ну, я пробовал, но у меня не взяли, правда. Не взяли. После того, как отметил, наверное, пытался вернуть, да? Не было. Не было. Конечно, ты не покупаешь вещи. Ну, то и дело. Что на секонд вообще ничего не принимаю. Молодец, шутку придумала, слышали? Пробовал ходить на каблуках. Конечно. Все понятное дело. Я извиняюсь, а что, в стрингах без каблуков? Ну хотя да, извините. Я вообще мечтал девушкой быть, поэтому... Ну да. Подкладывал носки в трусы. Ну что, больше. Кому-то? Такой прикол? Я извиняюсь, это можно что, по ошибке сделать? Это зачем? Ну, подкладывать точно. Носки в трусы? Если подштанников не хватает. Причем я так понимаю, грязный. Увеличит визуально свое хозяйство. Визуально, да. Своими, да. Своими, да. Чтоб коровка мукала. Это же очень тупо выглядит. Ну представь себе, если положить в трусы носки. А прикинь, если кто-то поверит, что это... Нет, хорошо, может на пляж ходили. Но грудь еще, ладно, грудь она как бы круг, можно как-то округлить ее чем-то подложить туда. Но тогда уже, можно подкладывать там огурец, я не знаю. Зачем носки? Разбрасываешь носки по квартире специально. Ну конечно, сначала подкладываю, а потом разбрасываю. Вот это уже ненужные носки. Вот, короче, очень хотя утрированное понимание, чем вообще мужчины занимаются. Так, пойду сейчас носки в трусы положу, потом раскидаю по всей квартире. Ага. Засею городы. Ага. Ты писаешь в душе? Ага. Ага. Ну это, в принципе, нормально. Что значит нормально? Это экономия воды. У тебя было? Конечно, было. Что значит не было? В смысле экономия воды? Не надо мыться этим, Юра. Это... Чё, правда? Выступал ли на сцене пьяным? Сложно, конечно. Юр, давай тут всё-таки скажем чистую правду. Ага, хорошо. И любите ли вы своих зрителей? Блин, а как на это ответить? Ну, было ли у меня что-то со своими зрителями? О, хороший вопрос. Было ли у тебя что-то со своими зрителями? Вот. Опа! Действительно хороший вопрос для двух женатых, да? Вот да. Мы, конечно, поднимем было. Подожди, он поднял было. Мы же имбецы. Нет, все-таки один. Мы же имбецилы. Нет, так, подожди. Я же думаю, что зритель считается еще и моя жена. Когда-то она меня смотрела, была зрителем, правильно? Когда-то я так понял, что она прекратила, да? Когда-то она перешла с ранга зритель в ранг жена. Вот ага, и все. Ага. Рады ли вы, что вы стали частичкой мама хохотала? Рады на вопрос. Ты хочешь задать каким-то тошнотворным вопросом закончить? Да, хочешь, да, да, да. Ну давай, Юра. Мы очень рады быть частью большой и дружной семьи под названием «Мама». Я не представляю своей жизни без этого. Особенно нас воодушевляет Анна. Она невероятно талантливая. Это все, весь наш успех благодаря Анечке.
когда она появляется. Да все, хватит, сжирается в офисе. Все. Все, всем спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, пиши комментарий, ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и пиши в комментариях, кого бы ты хотел увидеть в следующем в этом опросе. Да, до новых встреч! Пока! Пока! Она не писала, прикиньте. Все время. Шутка какая, молодец. Молодец, шутку придумала, молодец. Мерил? Так делала не раз, понял? Это если вы, чтобы вы понимали, когда мы неудачно отвечаем, Аня говорит, ага. То есть она знает больше, чем мы сами.